Okay. Итак. Dear Chairman, dear colleagues and all attendees, good morning. I am very pleased to be here today. And thank you very much to organizing and scientific committee members. I would like to start with myself introduce very shortly. I am Melek Ulusoylu. I am doctor of pharmacology. Pharmacology, and I don't know how you are familiar about pharmacology. Pharmacology is the major subject of pharmaceutical science. Interested in herbal medicine from sources to from the natural sources to pharmacological activities of them. Melek, I'm sorry. Smartphone, please. Can you hear me right now? Okay, thank you. Okay. Today in my speech I'm going to introduce to you details. Я хотела бы поговорить. С вами о некоторых моментах, касающихся фитотерапии, новых методах и новых принципах лечения, применяемых для улучшения функции мужской мочеполовой системы. Фармакогнозия. Ну, это термин, образованный из двух греческих слов, фармакон. И гигнозис, имеется в виду объем знания о лекарстве, имеется в виду лекарства, которые получаются из естественных природных источников, лекарственных растений, животных, минералов, морских источников. От традиции к современному лечению. Новые методы, которые позволяют нам приблизиться от знаний к ноу-хау. Здесь надо сказать, что мы пытаемся комбинировать и совмещать наши данные, которые мы получаем в результате экспериментов, с традиционными знаниями. Но что касается природных источников, здесь нужно особое внимание этому уделять, потому что это очень важно. Значит, мы говорим о природных, естественных источниках этих веществ. Некоторые природные материалы, вещества содержат именно такие элементы, которые очень важны для лечения. Что касается вот последних данных, полученных данных, то многие источники не являются такими полезными, что ли, как это читалось ранее. И, естественно, для фармакологически ценные вещества должны быть каким-то образом изолированы из этих природных источников. И, конечно, на очень важно говорить о тех продуктах, которые мы получаем в результате этого. Современные технологии дают нам очень много преимуществ с этой точки зрения. Мы видим, что практически все они содержат целый ряд различных ингредиентов, которые могут применяться в этом случае. Итак, ну, после вот этой
предварительной информации, хотел бы перейти к более подробному описанию качества природных источников. Зависит от способа выращивания, от сбора, переработки, включая сушку различных лекарственных растений и извлечение экстракта. Ну и, наконец, соответственно, последняя фаза – это производство и современная фармацевтическая рецептура. Значит, здесь вы видите вот такую функциональную схему, каким образом мы проходим этот путь от сырья. Я хочу сказать, последний вот здесь в этой схеме очень важный момент, который я хотел бы отметить. Последний, то есть я имею в виду фракционирование и оценка токсичности, контроль токсичности. Контроль токсичности обязательно нужно проводить, потому что это медицинский продукт, и, соответственно, он должен быть безопасный. Это понятно. Итак, как мы знаем, какая именно часть растения является полезной, как это определить? Есть на латыни слово «drog», которое означает «полезные части растений». Иногда мы знаем о том, какие именно части полезны из древнейших времен, которые всегда использовались человеком. И вы видите здесь те части, в которых они присутствуют, корни, травы, листья, цветы и так далее. Итак, что касается природных источников, то у них есть эффективные природные химические структуры. Сегодня на этой конференции рассматривается мочеполовая система. И согласно нашим исследованиям, стероидные фенольные структуры природных соединений употребляются следующим образом в научной терминологии. То есть здесь указано, какие именно. Эти химические структуры принадлежат, как вы видите, здесь написано, к флавоноидам, фитостеролам, терпеноиды, антракиноны, танины и так далее. Мы видим, что нет совпадений каких-то в науке. Здесь дело в том, что очень хорошо видно сходство химических формул и молекул при более подробном рассмотрении. И вы видите некоторые природные компоненты с левой стороны. И вы видите вот химическое сходство между многими из них. Например, бета-цитостерол. Вот этот состав очень рекомендуется при лечении гиперплазии предстательной железы. Ну, давайте посмотрим другие моменты сейчас. Тестостерон. Тестостерон, тамсулазин, финастерид, кверцетин и другие. Вот эти вещества здесь
совпадение или источник воздействия. Это также вещества, которые могут быть получены из природных и натуральных соединений. Есть примеры, которые показаны на этом слайде. Это те растения, которые рекомендуются при лечении различных болезней мочеполовой системы. Вот вы видите, слева указаны эти растения, которые имеют очень хороший механизм действия и также оказывает благоприятный неврологический эффект. Кроме того, очень важно отметить, вы видите, гинкго билоба, вы знаете прекрасно это растение, и другие также. Кроме того, хотел бы сказать, вы видите здесь схему механизма действия фитотерапевтических веществ при мочекаменной болезни. Я хочу сказать, что были обнаружены очень хорошие эффекты терапевтические при лечении природными веществами. Особенно при необходимости регулирования количества оксалата калия. Надо сказать, что в литературе подчеркивается и очень часто описываются активные компоненты соответствующих механизмов действия при лечении инфекций мочеполовых путей. Здесь на этой диаграмме показано, что происходит, какая активная молекула и какое вещество. Диаграмма имеет тройную такую схему. Она. Вот результаты этих исследований очень важны, потому что в европейских и неевропейских рекомендациях там особо отмечается, что в различные методы терапевтического лечения необходимо включать эти вещества при вот таких инфекциях мочеполовых путей. Хотел бы также отметить очень важное растение, применяемое в фитолечении. Все знают, естественно, это растение, поскольку оно полезно не только при лечении, но и вообще как питательное вещество. Современная фитотерапия и научная литература рекомендует экстракт семян тыквы при различных нарушениях предстательной железы. Кроме того, может блокировать, естественно, рост и увеличение массы простаты. И также активные соединения этого вещества обладают и противораковыми, и гепатозащитными свойствами. 10 грамм в день экстракта семян тыквы оказывает тонизирующее воздействие на мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Еще одна очень полезное, известное растение. Это крапива жгучая. Знаете, что люди, многие, так сказать, периоды каких-то заболеваний пользуются этим растением, прикасаясь к нему, используя его, оно жжется.
Она также имеет активные компоненты. Биологические функции, если не говорить, то это растение. Я прошу прощения, значит, переходите, пожалуйста. Препятствует распространению, имеет полетевое воспалительные свойства. И ингибирует липогеназу, стимулирует активность лимфоцитов и подавляет соединение полового гормона, связывающего глобулин. Если меня хорошо слышно, госпожа Милек, значит, я попрошу перейти к выводам. Сразу. Сейчас. И рекомендуется использовать также это растение в ежедневной практике, в терапии заболеваний мочеполовой системы. Другое важное растение – Sereno repens. Также называемся пальмовым. Слышит он, переводчик, меня? Это дерево. Также имеет активные компоненты, которые здесь указаны. Может надо завершать презентацию эту. Действовать как спазмолитик, да. Противовоспалительное надо средство. Да, завершим, потому что все это замечательно, все ну, кроме является того, хорошо изученным фактом. Значит, я попрошу перейти к выводам. Хорошо слышит меня переводчик? Sorry, excuse me, Milek, the moderator asks to give you conclusions because we are running out of time. All right? Now. Mm-hmm. Да, это, собственно говоря, последнее уже практически, что я хотел сказать. Это важные вот растения, о которых сейчас говорила. И вы используете эти растения, соответственно, в терапии. И очень важно, чтобы их правильно использовать, знать также технологии определенные. Соответственно, они могут использоваться в виде экстрактов, гранул, таблеток. Самый современный метод – это наночастицы, в виде наночастиц используется. И кроме того, фармацевтические науки сейчас работают над новейшими системами применения лекарственных препаратов, которые здесь указаны. Поскольку профессионалы, так сказать, ожидают очень многого действительно от этих лекарственных систем. Естественно, они эффективны при условии применения в требуемых дозах в соответствии с определенными стандартами. Кроме того, эти системы являются новейшими фармацевтические науки. И, естественно, вот здесь указаны методы, при помощи которых их сейчас применяют. Сегодня не классические методы, нетрадиционные технологии применяются в производстве растительных лекарственных средств. Здесь сейчас указаны уже фиксированные дозы определенные при применении. Есть государственное регулирование в этой области, лабораторное тестирование. И таким образом ведутся пациенты, обеспечивается их соблюдением определенных правил, стандартов. И опять, ну и наконец,
хотела бы сказать о важных новых методах, которые входят из системы доставки лекарственных средств. Соответственно, они оказывают наилучший эффект, когда принимаются в рекомендуемых врачами дозах. Ну, спасибо большое и за приглашение, и за то, что вы слушали мою презентацию. Спасибо.